Привет, друзья, с вами Зулин. Мы находимся на первом дне, ну как на пресс-дне, на нулевом дне Игромира. 2013 год сейчас, да. Тут, собственно, как и во всех остальных годах, очень много стендов, очень много игр. В этот раз Wargaming отнял себе секцию, где был раньше гардероб. Спасибо им как бы за это большое, конечно. Так что, ну, куртка на мне неплохо смотрится, я считаю, поэтому я буду в ней. Планы, как обычно, посмотреть все, что мы сможем, сделать такую серию летсплеев. В этот раз мы делаем это для портала GamePilot, которые много делают для существования Zulin's Vlog. Большое им спасибо. Кроме этого, хотел бы сказать, что мы только что видели двух Дэдпулов сразу. Один мужская версия, другая женская. И везде, где появляется один Дэдпул, это уже небезопасно. Здесь их два, и нам, скорее всего, не выйти отсюда в одном куске, так сказать. Вот. Все, наверное. Да, мы пойдем смотреть игры. Здесь будет PS4, здесь будет Bayonetta 2, что вот мне особенно круто и интересно. И этот микрофон, он как бы такой вот формы, ну, в общем, чтобы... Я не могу придумать шутку про фаллический объект, в общем, ну, Bayonetta — фаллический объект, вы поняли. Наша первая остановка на Игромире — это, конечно же, кафе. Тут пицца не подписана, поэтому Ваня взял то, что он считал грибочками. Тут в итоге осьминоги с какой-то херней. Очень плохо. Плохо организатора Игромира. Да, по поводу игр. Там вот стенды. Ваня, покажи. Ну, отсюда слабо что-то видно, но он там вдали, короче, там, где показывают GeForce GTX, выглядит вроде как хорошая видеокарточка или что там это. Карточные игры. Вот там зеленая какая-то фигня с двумя тянками. Это выглядит не очень как не очень хорошая игра. Если вы такое что-то увидите в Стиме, то я бы не советовал покупать. Ну вот, я думаю, что на этом первый день Игромира закончился. Мы, наверное, пойдем, собственно, по домам. Типа, играть в Bayonetta на Xbox первую, вот.